You're my Miss Right, Miss Right. 널 놓친다면 Miss Right. Южнокорейские СМИ утверждают, что большинство зрителей смотрят только романтические или фантастические дорамы. К счастью, индустрия предоставляет также боевики, триллеры и саспенс-дорамы, что оставляет варианты для самых разных зрителей. Если вам нравятся захватывающие дорамы, когда главная героиня осуществляет месть, то вот 5 корейских дорам, которые вам стоит посмотреть. «Великое соблазнение». Это дорама 2018 года о мести с участием Мун Га Ён, У До Хвана, Ким Мин Дже и Джо из Red Velvet. В ней рассказана история Чхве Су Джи, которую играет Мун Га Ён, которая с помощью своих друзей стремится отомстить семье своего бывшего парня. Тем не менее, ее верные друзья оказываются не такими уж и верными. Мир женатой пары. Дорама, в которой главные роли сыграли Ким Хи Э, Пак Хэ Джун и Хан Со Хи, получила признание критиков как внутри страны, так и за рубежом. Во многом это произошло из-за захватывающего сюжета и конфронтации главных героев. Это дорама о мести женщины-врача, чей муж изменяет ей с ее собственной пациенткой. Ева. Со Ё Джи вернулась на малые экраны в 2022 году со своим триллером о мести «Ева», в котором основное внимание уделяется политике, романтике и мести. В сериале Со Ё Джи играет роль учительницы, которая соблазняет главного подозреваемого в смерти ее отца с намерением разрушить его имя, его семью и его жизнь. «Мое имя». В мире женатой пары Хан Со Хи сыграла наивную, но красивую любовницу. Она шокировала публику своим преображением в сериале от Netflix «Мое имя». Она сыграла детектива, который работает под прикрытием в банде наркоторговцев в надежде выследить преступника, убившего ее собственного отца. Пентхаус. Нельзя не вспомнить этот шедевр SBS, когда дело касается дорамы мести. В дораме, в которой сыграли Ли Джи А, Ким Со Ён и Ю Джин, рассказывается о темной стороне 1% самых богатых людей Южной Кореи, готовых на все, чтобы оказаться на вершине пищевой цепочки, включая убийство. Семейная дорама рассказывает также об их жадности, похоти и безумии. Слава. Недавно вышел первый сезон дорамы, в которой главную роль сыграла Сон Хе Гё. Дорама рассказывает историю женщины, на которую сильно повлияло насилие, которое она пережила в детстве. Она отчаянно готовится к мести и даже рискует ради этого своей жизнью. Спустя годы она стала классным руководителем ребенка-преступника и начала мстить ему и тем, кто наблюдал, как над ней издевались. А на этом пока что все. Пишите в комментариях, какие из этих драм вы видели или хотели бы посмотреть. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аннён!